В Доме культуры города Гагры состоялся праздничный вечер, посвященный Дню учителя, организованный отделом образования при поддержке администрации Гагрского района. Праздничный вечер был наполнен словами благодарности в адрес нелегкой профессии. День учителя – это праздник, который отмечают во всем мире. Праздник, связанный с безмерной признательностью и благодарностью к своим наставникам. Заместитель заведующей отделом образования Гагрского района Мактина Сичинава зачитала поздравительное письмо от имени руководства Гагрского района, а также она с огромным уважением обратилась в своем поздравлении к собравшимся учителям, подчеркнув их неоценимый вклад в процесс образования. В официальной части данного мероприятия такие учителя, как Артур Нагулян, Астанда Харазия, Мимоза Эник, Ольга Симонова, Астанда Бочго, Лали Хагуш, Галина Кожемякина, Ася Кишибян были награждены почетными грамотами и денежным вознаграждением от администрации Гагрского района за добросовестную работу и хорошие результаты в течение всего учебного года. Ответственную и очень важную миссию выполняют наши учителя. Именно от качества и содержания работы учителя зависит развитие страны и наша национальная перспектива. Пусть на ваших уроках совершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски, и каждый ученик с первых школьных шагов станет маленьким исследователем. Мы желаем радости от общения со своими воспитанниками и гордости за их будущие дела и поступки. Мира и добра вашим семьям! Председатель Гагрского районного комитета профсоюза Марина Багаева поздравила учителей с их профессиональным праздником. Особые слова благодарности были сказаны в адрес учителей-ветеранов. Весь процесс награждения прошел в сопровождении бурных аплодисментов всех собравшихся гостей, которые стоя приветствовали учителей-ветеранов. Хакбананули, Гумба Ларина, Марина Макарычева, Александр Кетия, Георгий Какалия, Роман Кетия, Кама Хагуш, Феликс Кривапш, Валерий Хагуш, Людмила Гумба, Инвер Вильяглы, Степан Пахлян, Роберт Устян, Барух Матулян, Атар Гогуа, Ясон Кяхба, Борис Чампия. Это учителя-ветераны, которые сегодня вкладывают всю душу в процесс образования. Слова благодарности вам, учителя, за ваш бесценный труд, за ваше терпение. Ведь работать сегодня в школе очень сложно. Во все времена работать учителем трудно, сложно. Благодаря вашему труду, нелегкому, кропотливому, вчерашний первоклассник, который робко переступил порог школы, вырастает в личность. Личность всестороннюю, полноценную, многогранную, имеющую свое мировоззрение. Я думаю, что в этом частичка души учителей, частичка вашего тепла, частичка любви, которую вы дарите детям. Сегодня мы отмечаем не только День учителя. В этот день я хочу вас поздравить с особенным праздником, самым главным праздником народа Абхазии, Днем независимости, Днем освобождения Республики Абхазия. Но мне особо хочется сегодня поблагодарить тех учителей, которые в те трудные, может, далекие, недалекие годы, не побоявшись ничего, рискуя своей жизнью, оставив своих родителей, свои семьи, встали на защиту своей Родины. В Гагрском районе их по списку 17 человек. К сожалению, сегодня не все смогли прийти. Но у нас сложилась очень добрая традиция. Мы ежегодно отмечаем их заслугу перед Родиной. Сегодня так получилось, что это мы приурочили ко Дню Учителя. У них сегодня двойной праздник. Я вижу у некоторых слезы на глазах.
Это боль, которая на самом деле не стихает. Низкий вам поклон, дорогие наши учителя. На праздничном мероприятии выступали артисты абхазской эстрады, Гагарский хореографический ансамбль «Фортун» и ученики первой абхазской школы. Ведущие мероприятия Саид Бея и Ахраб Ганба подарили всем присутствующим праздничное настроение.